Так, друзья, всех поздравляю с очередным днем. И мы сейчас посмотрим, что же у нас сегодня творится здесь. Утро наступило. И вот такая вот здесь жизнь проходит. Находимся в городе Лимассол. Наконец-таки запомнил это название. Лимассол. Правда, я его могу также и забыть чуть позже. Как мы видим, здесь у нас меха продаются. Здесь так холодно. 35 градусов, 40, 35-40 градусов жары, что без мехов, без меха здесь не обойтись. Такое вот утро у нас. Люди купаются, кажется. Нет, никого нету. Все пусто. Еще люди не встали, видать. Или же еще слишком жарко. Так, ну что тут сказать. В общем, всю ночь здесь идут эти гуляния, летания, ездения, сигналы. Вон тот барчик, вот этот барчик, видите, вот там вот сумасшедший певец какой-то орет, который хочет стать очень знаменитым, потому что у него, сколько я понимаю, голоса нет вообще. И слуха тоже, но несмотря на это, он очень сильно старается. Я так думаю, что у него все получится, потому что... усердие у него есть. Не знаю, правда, что он будет с талантом делать, но всю ночь он песни орет. Вот в этом баре. Вот этот же барчик уже относится к нашему отелю. Называется Прага. Тоже уже люди все уходили, собрались. Такая вот житуха. Как обычно, жара. Ну, пока еще такой сильной жары нет, но 35, я думаю, сегодня будет в любом случае. Видите, даже ветерок сейчас пока дует, так и крутится. Так, ладно. Смотрите Анзор ТВ. Пока выключаюсь, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.